Центральная городская библиотека Ангарска стала победителем областного конкурса «Библиотека года-2015». На конкурс было представлено 24 заявки от центральных, городских, сельских и детских библиотек. Награждение состоялось по 4 номинациям. На протяжении нескольких месяцев, начиная с августа месяца, мы готовили различный материал и видеонаблюдение, там и ролики, и все остальное о нашей деятельности за прошедший год. Подготовленный материал, соответственно, увозили в областную библиотеку имени Молчанова Сибирского. В качестве награды ангарчане получили диплом Министерства культуры и архивов Иркутской области, а также сертификаты на приобретение литературы. Самый главный презент – подарочные издания, которые займут достойное место, в том числе и в краеведческом отделе библиотеки.